Чтобы приготовить десерт Снежки, для начала белки отделите от желтков. В белки, добавив немного соли, взбейте. Растворив сахар в кипящем молоке, опустите в него взбитые с сахарной пудрой белки, дав снежкам немного провариться, выньте их в тарелку. В оставшееся молоко влейте разведенный крахмал, постоянно помешивая, добавьте взбитые с сахарной пудрой желтки и при появлении пузырей снимите с огня.